О репродуктивном здоровье девушки-подростка говорили в детской поликлинике номер 1 города Гродно. На беседу с врачом-гинекологом, психологом и валеологом пришли учащиеся Гродненского профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения. Обсуждали две глобальные проблемы – каким образом избежать нежелательной беременности и как защититься от половых инфекций. Мы хотим знать на 100% то, что у нас нет заболеваний инфекционных. И мне кажется, что каждый человек должен просто приходить и проверяться, и всегда знать, что он здоров. С 14 до 21 года девушка окончательно формируется как будущая мать. Разного рода проблемы, пережитые в этот период, могут негативно отразиться на ее взрослой жизни. Специалисты детской поликлиники номер 1 не только рассказали присутствующим о вреде абортов и их последствиях, но и ответили на волнующие вопросы. Аборты, роды у девочек 15-16 лет каждый год есть. И не всегда это бывает благополучно. Поэтому, конечно, нам нужно говорить, говорить и говорить. Что не сказала мама, что не сказала школа, не сделала школа, должны мы, медики, дать им знания хотя бы о контрацепции.